Так, ребята, Киев, работаем на месте ДТП серьезного на улице Владимирская, перекресток Льва Толстого. Водитель Subaru номер АИ-4949 врезался в автомобиль Seat. Проехал на красный свет, огрызался, грубил. Сейчас вот попустило, немножко сидит на багажнике. Так вот пример, если бы водитель использовал ремни безопасности, он бы не ударился головой о лобовое стекло. Пытаются отодвинуть машину немного, чтобы могли проехать троллейбусы сейчас. Смотри сюда. Будет видно. Так, патрульные полицейские запустили движение троллейбусов. Супер, супер, троллейбусы идут уже. Уважаемые читатели, всем добрый день. Мы работаем в Киеве сейчас на ДТП с пострадавшими на улице Владимирская, 61, перекресток с Льва Толстого. Здесь, к сожалению, водитель автомобиля Subaru вылетел на встречную полосу, проехал на красный свет. Он неоднократно ранее наблюдался на дорогах в такой езде и, к сожалению, протаранил Seat на евробляхах. Seat отбросило назад, пострадал водитель, получил травму руки, однако скорая помощь оказала помощь на месте ему. Работает полиция, и сейчас уже восстановили движение троллейбусов. Пожалуйста, будьте осторожны, не нарушайте правила дорожного движения и не пытайтесь в городе проехать быстрее, чем поток, потому что это чревато очень серьезными последствиями, в том числе аварийными, тратой нервов, денег, здоровья и даже жизни. Присылайте материалы, подключайтесь к Инстаграму, к Фейсбуку. С вами работает ДТП Киев, Владислав Антонов. Всем удачи, до связи.